Обманутые дольщики застройщика Mercury Estate обратились за помощью в администрацию городского округа. Свои квартиры они купили еще 16 лет назад, но застройщик разорился, и покупатели остались без обещанного жилья. Заместитель главы городского округа Химки по строительству и архитектуре Кристина Мадатова провела встречу с обманутыми дольщиками. Основным направлением деятельности строительного комплекса администрации на 2022 год является восстановление прав всех обманутых дольщиков, которые есть в городском округе. Значит, эти дольщики мучаются уже с 2003 года. Застройщик в настоящий момент ввел в эксплуатацию уже один дом, но при этом не предоставляет квартиры дольщикам. Администрация включилась в процесс помощи дольщикам. В ближайшее время городской округ подаст в суд на застройщика и обяжет его выдать обещанные квартиры.